Добрый вечер, дорогие зрители! В прошлый раз мы не успели подготовить к игре один вопрос. Прежде чем он прозвучит, я хочу поблагодарить Ингу Брик за озвучивание и Галину Ленскую за руководство. А теперь передаю слово нашему корреспонденту. Привет, ребята! Однажды к нашему берегу прибила одну популярную потеряшку. Фея Мэри решила, что это не инструмент и вообще штука бесполезная. А я как раз люблю такие вещицы, вот и решила сделать такую же, но фейских размеров. Конструкцию и несложную механику я повторила без труда. Повезло, что под рукой как раз оказалось 6 красок, и все получилось. Через минуту скажите, как люди называют этот известный предмет. Удачи! Время! Прошу, напишите свою версию в комментариях. А на сегодня все. До новых встреч!